Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас жених и три невесты. Креативный пилот Алина, любительница лошадей Виктория и ароматерапевт Марина. А жених у нас Андрей. Давайте посмотрим. Андрей, 35 лет. Невеста обманом заставила его жениться, но удержать в браке не смогла, а мать его ребенка на женитьбе не настаивал. Андрей – семикратный чемпион Белоруссии по водному поло. Был пожарным, сейчас майор Центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Мечтает дослужиться до генерала и добиться полного опекунства над сыном. Андрей женится на педагоге или враче. Хочет, чтобы будущая жена превратила его в примерного семьянина и полюбила его внебрачного ребенка как своего собственного. Давайте встретим Андрея. Мы ждем вас. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Стильный мужчина. Симпатично, мне нравится. Красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас снова видеть у нас. С кем вы пришли сегодня? Это мои дядя Женя и тетя Катя. Очень приятно. Я помню вашу историю, но для того, чтобы те, кто не видели эту прекрасную программу нашу, давайте напомним. Вы были женаты единожды. Да. Вась, ну что, Андрей на самом деле такой чудолюбец или какую-то свою корысть он там преследует? Зачем ребенка хочет забрать? Я думаю, что на самом деле никакой корысти в этом нет. Но и говорить о том, что Андрей отчаянный чудолюбец, я тоже не могу. Я бы сказала, что им скорее сейчас движет любопытство, когда он пытается выстроить так свою жизнь. Посмотрел, увидел ребенка. Понравилось общаться, увидел себя в этом ребенке. Естественно, отцовские чувства взыграли. Но говорить о том, что это тот человек, который будет над кроваткой ребенка дежурить с утра до вечера, а не просто материально помогать маме. Или быть мода в стороне, сейчас да? Все мужчины почему-то хотят забрать своих детей. Я думаю, что в этом есть чуть-чуть эгоцентризма, потому что если особенно ребенок на вас похож, я думаю, очень хочется иметь его рядом. Но в этом есть и жестокосердие, Лариса, согласись. Конечно, я в этом убеждена. Андрей, вы были женаты путем шантажа, да? Я так понимаю, вас девушка в ЗАГС затащила. Но она вам рассказала сначала про мнимую беременность. Да, это было. Ну, на самом деле, это была большая и чистая любовь. Это просто, я так думаю, с ее стороны был небольшой толчок для того, чтобы создать семью. Нифига себе толчок. Женская хитрость, можно так. Ну, хорошо. А зачем тогда развелись? Это было давно, это был 97-й год. По молодости, да? Да, молодость, зеленая. Хорошо, рассказывайте, откуда ребенок? Ну, ребенок появился, естественно, тоже от большой любви. Вот вы встречались с девушкой, встречались себе и встречались, и однажды она вам сказала, что она беременная. А вы подумали, опаньки, тот же сценарий, да? Нет, да, подумал, что тот же сценарий, по большому счету так и было. Поэтому решил уже, что второй раз я не куплюсь на это мероприятие. Но тут оказалось все гораздо серьезнее. Нет, прошло несколько месяцев. А, да, прошло несколько месяцев. Вы не переставали ее любить и решили ее вызвать к себе. Да. Так все и получилось. И вот железнодорожный вокзал. Железнодорожный вокзал. Я на перроне с цветами. Выходит она, как вы уже успели заметить, немножко беременна. Месяца на шестом, наверное. Вот. Значит, ну, для меня это был шок, на самом деле. Вот. Я не ожидал, что так оно... Ну, обрадовались-то? Ну, смешанные чувства какие-то возникли там. Ну, с одной стороны, когда ты ожидаешь такого действия, как появление ребенка, это, конечно, радость. А с другой стороны, что ожидать это от уже, скажем, человека, ну, не вот смотрите, не Андрей, вот сигналы. Смотрите, любили эту девушку. Она вам сообщила о беременности, то есть она вас не обманула. Вы ее любили. На самом деле оказалась беременной, прям готовенько, раз вы через столько месяцев ее, не забывая, вызвали к себе. Все для того, чтобы сыграть свадьбу и зажить счастливо. Ларис, ну он же сказал, что он не собирался с ней строить никаких планов. Просто, он пять лет с ней встречался, более того. Ой, ну одно дело встречаться, извините, мало ли что с кем он встречается. Вы же знаете эту всем известную поговорку, что мужчина любит одних, а женится на других. Вот ей как вы сообщили о том, что вы не строите с ней планов? Нет, ну о том, что я уезжаю, это было известно за несколько месяцев до этого. То есть любви было недостаточно, да, ну, чтобы на всю жизнь? Судя по всему, и вот да. Она рожает ребенка, и вы как приличный человек ее встречаете из роддома. Ой, если бы он любил, мне кажется, не повлияло бы ни беременность, ни настоящая, ни якобы мнимая. Он бы все равно на ней женился. Ну, значит, не было такой любви.
Да, я как приличный, потому что я считал, что ребенок не виноват ни в чем. Во-первых, ребенок на вашей фамилии? Да, на моей. То есть вы не прочерк в графе отец? Нет, конечно. То есть он усыновлен, все? Конечно. А вы создали для нее все условия, поселили куда-то, да? Вот вы ее забрали из роддома и куда повезли? Да, поехали домой. К вам? Ко мне. И сколько прожили? Прожили мы, скажем так, опять же, стихийно. Это я приезжал, уезжал. Где-то еще, наверное, года три. Все-таки вы прожили 3 года? Да. Так на свадьбе и разговоров не было? Нет. Вот смотрите. Нет, ну, конечно, с ее стороны были разговоры о свадьбе. Да, и вот вы ее оставляете, потому что вы не любите. Скажите, пожалуйста, и вот женщина, которая не спала ночами, все эти зубы, детские болезни, она не алкоголичка, хорошая женщина, приличная мама. Я очень ей благодарен. И вот прошло столько лет, готовенький ребенок, уже подгузники менять не надо, все, и вам приходит в голову его забрать. С чего это вдруг она должна его отдавать? Она, в общем-то, ничего не должна, на самом деле. Я думаю, что это будет решение наше, может быть, какое-то совместное. Ну, не через суд, я надеюсь. Мы пойдем к консенсусу. Ну, до сих пор еще в суд не обращались ни разу. Но даже они если они не сошлись, и он ее как бы не любит, он очень достойно о ней отзывается. Ну, хорошо, она родила там ребенка. Не было любви. Ребенок родился. Против ребенка никто ничего не имеет. Зачем он сейчас он хочет забрать его? Он на 8 марта... Он позвонил ему, папа, у меня утренник. Папа, это основание машину? Для того, чтобы забрать? Нет, папа на машину и на утренник. То есть он очень хорошо к нему относится, но это не значит, что надо забирать. Конечно, не значит, абсолютно. Абсолютно не значит, что нужно забирать ребенка у несчастной согласна. Женщины, которая родила себе без мужа. Ну, конечно, как можно у матери забрать ребенка? Нужно просто им договориться, чтобы было равноценное общение и матери, и отца, чтобы а она не разрешает не встречаться? Почему? Нет, разрешает, ну, и прекрасно. Все-таки нужно как-то к консенсусу прийти, чтобы вы хотите, не учредить, чтобы не ваша... мальчику мужского воспитания. Ну так надо было жениться и жить вместе, раз хотите его мужское воспитание. Пусть общаются. Деньги только пусть платят на ребеночка. Действительно. То есть папа хочет стать первичным любовным объектом. Настоящее мужское воспитание может дать только родной отец. Мне так кажется. Вы бабник. Вы, конечно, бабник, вы не нагулялись. Глаз горит. А с чего это вдруг женщина, которая выйдет за вас замуж, должна вашего ребенка полюбить как своего? Ну какой мужчина не любит женщину? Если он не любит, значит импотент. А у нас здоровый, нормальный мужчина. Угу. Собственно говоря, почему спасибо. Бы нет? Нет, я думаю, что мужчина это тот, кто еще отвечает за конечно. Свои действия. Вот, Андрей, на самом деле, насколько вы правда готовы жениться? Жить в отношениях не так, как у вас во время получалось уходить по-английски, насколько я поняла. То есть мне нравится девушка, разлюбил, встал и ушел. А она потом бедной морге обзванивает, ищет телефон, думает, куда же этот Андрей делся? 5 лет же общались, в общем-то. Вот где теперь гарантия у следующей девушки, что вы вот так вот не уйдете, тихо из ее жизни растворившись? Конечно, 100% гарантий дать никто не может никогда. А хотите ли вы дать эту гарантию? А вы не госстрах, чтобы такие гарантии давать? Спасибо, да. Развернула. Обалдеть. То есть, Роза, ты хочешь сказать, в рубашоночке такой молодец, гулял, гуляет и будет гулять. Да. Чем если женщина уверена. Правильно декларирует свои желания, поступки, последовательно, то все сладится. Вот 5 лет она последовательно да. Ну и что, спала. Она опять... На 5-м году забеременела. Он же опять ей ничего не обещал. Дорогая правильно моя. Я понимаю, что сейчас Андрей ничего не обещает нашим невестам, по факту, и говорит, в принципе, то же самое примерно, Роза, а ты его поддерживаешь. Гулял, гуляю и буду гулять. Нет, дорогая моя, любой мужчина знает, есть рыбки для забавы, а есть золотые рыбки. Вот на золотых рыбках женится, и он, собственно говоря, знает, в чем разница, правильно? Да, да. Я надеюсь, он вам не разглядит ту золотую рыбку. На мой взгляд, отмазки... И мужские отговорки по поводу того, что не встретилась еще та самая достойнейшая, которую я бы любил всю жизнь, это на самом деле просто оправдание своего собственного бессилия. Конечно, ты считаешь, что это причина одиночества Андрея? Конечно, разумеется. На мой взгляд, не то, что вы не встретили достойную женщину. Достойные женщины рядом были. Либо вопрос к вам. Если вы позволяли по 5 лет быть рядом с женщинами, которых не считаете достойными того, чтобы жениться, вопрос к вам. Что вы делали рядом с ними так долго?
Роза, а ты уже озвучила, да, свою причину, да, что девки были недостойны. Они все поганые, плохие, а вот твой жених, твой товар, прямо бриллиант. Купец. Ну, хорошо. Купец. А он купец. Конечно. Сейчас товар придет, смотреть. Ну, давайте будем его ждать. Напоминаю вам, что акция «Добрые дела» программы «Давай поженимся» продолжается. Подробности на сайте Первого канала. После рекламы невесты попытаются завоевать сердце нашего жениха. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Андрей. Идите знакомиться с первой невестой. Удачи! Андрей, меня зовут Алина. Мне очень нравится, что у вас такая мужественная профессия. Вы спасаете людей. А мужество – это именно то качество, которое ценю в мужчинах. Спасибо. Не, невеста мощная, можно сказать. Ну, кто пришел вас поддержать? Моя подруга Катерина и моя коллега Ирина. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Алина, 30 лет. Художник-дизайнер на пиво-безалкогольном комбинате. Создает иллюстрации для детских книжек. Управляет частным самолетом. Мечтает о доме, на крыше которого всегда будет гореть маяк. Алина вышла замуж, чтобы забыть о несчастной любви. Муж ни разу не почувствовал от нее взаимности и однажды поднял на нее руку. Надеется, что Андрей поможет ей вернуть веру в себя и в мужчин. Ну что, правда, Василиса, она такая самостоятельная, сама себя сделала. Ну, самостоятельности, серьезности и ответственности в Алине много. Другое дело, что девушки очень часто выходят замуж назло своим бывшим любимым, скорее для того, чтобы доказать себе, что они еще востребованы. Я любила своего мужа, я вышла за него замуж по любви. Вот. Тогда он был для меня таким ярким пятном в моей жизни. Вот. Такой личность очень яркой. Я искренне его любила. Я не верю, Алина. Извините, я взрослая женщина, у меня богатейший опыт и опыт моих подруг, которые я анализирую. Не бывает так, чтобы до свадьбы был золотой и бриллиантовый, и ровно второй день после свадьбы вдруг запил, стал поднимать руку. Так не бывает. Так не бывает. Согласна. Значит, была какая-то причина. Ну как это, все хорошо, вышли за хорошего парня, и что вы были такого сделать, чтобы разбудить в нем монстра? Вы понимаете, что все мужчины с разными женщинами по-разному живут, по-разному проявляют свой характер, с одними растут, с другими деградируют, на одних вымещают свою злобу, а других на руках носят. Значит, женщина виновата? Вот так что вы такого сделали? Может быть, ее не жали, может быть, не обращали внимания, не уделяли вы ему должного там? Не знаю, я уделяла ему внимание, вот как мне кажется, да. Вот. Мне хотелось, чтобы у нас дома было и уют, а вот, он и тепло. А он вам что говорил? Извините. Мы практически год до рождения ребенка прожили очень хорошо. Вот. То есть мы были дружной семьей. Были какие-то мелкие такие ссоры. Ну, кого не бывает. Да, это было. За что он руку-то на вас поднял? Я уже имела ребенка. Моему сыну было где-то, наверное, 1.5-2 года. Мы начали как раз вот ссориться уже в тот момент, когда у меня родился сын. То есть все внимание переключило на своего сына. Вот. Всю заботу, все внимание. И моя ошибка, наверное, была то, что своему мужу я меньше внимания стала уделять. На мой взгляд, мне не хватает вот какой-то такой перченой изюминки, я бы даже так сказала, да. Которая должна быть вот в женщине, вот, нужна его именно вот Андрею. А вот вы все время говорите, мой ребенок, конечно, мы, да. Только так и было. Кстати, отец его действительно не всегда, видите, женщины всегда говорят, мой ребенок. А мне тоже хочется, чтобы это был мой ребенок. Конечно. Миленький, надо было жениться и воспитывать своего ребенка. Тогда был бы ваш. А поскольку она его родила и воспитывала одна, это ее ребенок. А потом вы на готовеньких все хотите сразу. Мы живем в 21 веке. Ой, боже мой, и что? И что? Ну, я тоже считаю, кстати, что это мой ребенок, потому что я его воспитывала сама. Вот с того момента... Так за что все-таки он на руку на вас поднял? В этот день мне нужно было... Вернее, на следующее утро мне нужно было ехать в театр. Это была детская елка. Я играла Бабу-Ягу. Вот. Обычно я брала сына с собой, но он заболел. Мой муж пришел домой. Вот, он был немножечко пьяный. Я попросила его посидеть с сыном. Может быть, отчасти в этот конфликт и развила то, что он просто не контролировал себя. Слово за слово. Почему ты вот занимаешься вот театром? Почему ты занимаешься
вот, ну, как бы с собой. То есть больше. Вы занимались всем, чем угодно, театром, ребенком, с собой, кроме мужа? Не сказала бы. Не, ну она же ему все-таки-то трусы-то стирала, да? Ему бульон-то подавала, че еще надо-то ему, в конце концов. Сколько ребенку сейчас лет? Моему сыну 10 лет. Ну, то есть вы были совсем дети практически. Да, но мне было 18-20. Смотрите, вот вы ушли с ребенком, расстались, и он больше не видел никогда, да? А он пытался меня вернуть. Развелись мы после нашего расставания года через 4. То есть он не хотел давать развод, старался вернуть все эти отношения, но своим поведением, наверное, еще больше накалял. Каким поведением? Он не трезво приходил, просил вернуться. То есть он пил? Да. Деньгами помогал? Он помогает деньгами, я бы не сказала, что такими большими. У нас из-за этого бывают некоторые конфликты, но вот как вы считаете, если Андрей не женился на женщине, от которой ребенок, он будет внимателен к вашему сыну? Опять же, это будет зависеть от того, какие отношения они выстроят с моим сыном. Мне бы хотелось, чтобы он был ему не отчимом, а хорошим другом, может быть, старшим товарищем. Так это ж, милая, вы должны ему помочь. Это понятно, что я буду таким мостиком, который будет этих двух мужчин регулировать. А вы разрешите вот воспитывать? Мужчина воспитывает мужчину. Вот часто про это говорим, ну, потому что каждый раз у вас одна и та же история. Что позволите воспитание ребенка, сына? Допустим, скажешь, надо обливаться утром холодной водой там. Андрей, вы сами обливаетесь? Конечно. Да? Конечно. Если вы покажете как пример, я думаю, он пойдет на это. Он хочет, стать отцом своего ребенка, а она хочет, чтобы он был просто товарищем. Скажите мне, пожалуйста, вот для Андрея принципиально, чтобы женщина, которая свяжет с ним жизнь, полюбила его ребенка как родного? Отвечайте честно, не для красного словца. Конечно. Я думаю, я на это способна. Я сама хотела бы еще нескольких детей. Сколько? Еще бы троих. Мне бы хотелось. А потянете? Я потяну. Не знаю, как Андрей, я потяну. Опять я. Нет, дорогая моя. Вот скольких вы потянете, а будет помощь со стороны мужчин. И даже вашего. Серьезно? Конечно. Я приложу максимум усилий и воспитать их, и одеть. Вась, вот как ты считаешь, в чем проблема Алины? Я, например, ее вижу, а вот звезды что говорят? Почему одна-то? Алина упорна. Она действительно любит привлекать к себе больше внимания, чем нужно в той или иной ситуации. У вас нет запаса мягкости женской. Вы выбираете при этом еще мужчин довольно бойцового характера. Я думаю, что вам подошел бы мужчина более мягкий, но он вам никогда не понравится. И вот в этом сложность. Есть мужчины мягкие и покладистые, с которыми вы могли бы, скажем так, спокойно остаться. Но нет, вас тянет таким, как Андрей, боевым. Девчонки, а вы согласны с Василисой? Да. Алина достаточно жесткий человек, но при этом очень инициативная и целеустремленная девушка. Так что если ей понравится Андрей, я думаю, что она приложит массу усилий для того, чтобы их союз состоялся. Нет такого же мнения, что ее подруга. Какого? Ну, я прям почему-то чувствую, что именно так они будут ее оценивать. Что она сильная, что она такая властная, но если она захочет... А чего не взяли, что ему нужна сильная женщина? А вы что скажете? Не знаю. Мне кажется, что у Алины есть эта мягкость. Я, наверное, вижу ее просто часто с ребенком. Есть в ней мягкость. Нет, может быть, мужчины, который может это открыть. Вам нравится Андрей? Да. Я думаю, это интересный молодой человек, с которым бы Алина смогла бы найти свое счастье. Она может подстраиваться. Ну, мне кажется, можно попробовать. Роза, часто такие у тебя невесты, наверное? Ой, 99%. Все якорщицы. Ну, так в чем у них причина-то вот, в одиночестве? Их упертость в их тупости просто-напросто. Говорю, живете в мужском обществе, сидят перед вами мужчины. Ну, услышьте, чего они хотят, а не то, что вы хотите. Услышьте, будете делать. Он вам и свое разрешит делать, и сам счастлив будет. Ничего сложного нет. Нет, я хочу, я буду и так далее. Ну и сидите в одиночестве, потому что вас таких не хотят. Покажите, что вы приготовили для Андрея. Проходите. А я хотела бы своего сына попросить, чтобы мне помог. Сын, как здорово. Миша помог. Да, Михаил. Миш, подойди. Красавец, похоже. Это мой сын Михаил. Взрослый какой. Он уже очень большой. Вообще сложно найти общий язык с ребенком, когда он уже в таком возрасте. Вот. Ну, берите у него. Да, спасибо. Я отойду, не буду вам мешать, посмотрю. Ну, в идеале это должны быть огни. Просто будут ленты.
Постигнешься вам. Прекрасный сюрприз. Нам всем понравилось. Сын замечательный, на вас похож. Я надеюсь, вы в восторге. Девчонки, проходите в свою комнату. Спасибо. Спасибо. Алинушка, ну молодец, умничка, все было хорошо. А Евгения и Екатерина, что вы скажете, как вам невеста? Ну что, девушка энергичная очень. Чувствуется, что она старается добиться целей, которые она перед собой ставит. Андрею, я думаю, будет нелегко найти общий язык. Это, конечно, не мой прекрасный принц, но он близок к этому. Катерина, а вы что скажете? Я считаю, что Алина достойная девушка, хорошая мать, любящая мать. И она действительно полюбит и Артема. Она действительно будет любить и Андрея, если у них будут отношения какие-то. Я же говорила, тетя Катя, Катя будет на моей стороне. Это ей сразу понравилось, да. Просто на душе. Что ж вы прямо так не любите своего племянника, что готовы за первую практически встречную отдать? Да никто же не спорит, что она, собственно говоря, хорошая мать-то. Ну, мы же, как говорится, не с ребеночком берем, да, а жену себе сначала, прежде всего. Хороший, интересный мужчина. А зачем нам нужна женщина, которая вышла замуж? Это ж как себя не уважать надо. Выйти замуж на зло своему любимому. Даже странно, что она меня защищает, потому что... Потому что так активно она тебя встретила. Прям активно она меня, в общем, встретила. Да, по всеоружии. Как вам невеста? Интересная, симпатичная, энергичная, целеустремленная, разносторонняя. Мне кажется, этим человеком будет интересно по жизни. Не знаю, мне кажется, ему понравилось. Ну, он такой улыбчивый сидел. Мне кажется, что во всем виновато стремление нашего общества вытолкать девушек и юношей замуж как можно раньше. Когда мамы, бабушки обращаются, например, ко мне как астрологу узнать, 17-18-летняя девочка, которая только начинает первый раз встречаться с кем-то или дружить, уже они узнают, насколько они совместимы или подходят друг к другу. Да пусть они проживут свой первый опыт вместе, пускай они строят эти отношения, но что ж вы замуж-то постоянно выпихиваете? Мне кажется, что вот это ожидание Алины, в том числе и от самой себя, что надо выйти замуж. Если первая любовь в 14 лет, замечу, не сложилась, то нужно побыстрее самой себе доказать, что ты чего-то внимания достойна. Ну и потом сама себе это внимание пыталась обеспечивать. Почему родители вот, не помогают? Совершенно верно. Именно потому, что девочки и мальчики начинают рано проживать взрослую жизнь, рано жениться, рано рожают детей, они потом на определенном периоде просто возвращаются в свое собственное детство. Начинают огнями увлекаться, развлекаться. А мамы водят на танцы мальчиков. Да, потому что своим вовремя не дали возможности... побыть в детстве в этом. Поэтому не спешите, девки, замуж. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Андрей. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Удачи. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Виктория. Я надеюсь, наше знакомство будет взаимно приятным. Спасибо. Какая вы красивая. С кем вы? Это мой друг Вадим. Я думала, брат, очень похоже. К сожалению, так сложились обстоятельства. Не смогли приехать. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Виктория, 29 лет. По образованию юрист. Сейчас не работает, воспитывает сына. Любит лошадей и мечтает о своей конюшне. Боится в браке потерять независимость. Во время свадебного путешествия Виктория увидела своего мужа с неприятной стороны. Развелась, несмотря на рождение ребенка. Надеется, что Андрей тот, кем кажется на первый взгляд. Что, у Виктории действительно единственный такой страх – потерять независимость? Или есть другие страхи, комплексы? Я думаю, что свою независимость Виктория и так никому не отдаст. Скорее, будет драка. Да, вы правы. Что там у вас произошло? Все было прекрасно до свадебного путешествия, а там что? И когда мы поехали в свадебное путешествие... Ах, мамочка, на саночках. Я наивная, я доверчивая. Он меня обманул? Да, он меня обманул. Вы понимаете, вот говорят, куда ты смотрела, когда выходила замуж –
Действительно сложно человека было рассмотреть. Был очень обходительный, был очень заботливым. После того, как поставили вот просто печать в паспорте, человек изменился просто кардинально. На второй день? Не на второй день, а через 2 недели. То есть вот мы поехали на отдых в свадебное путешествие. Я была на 6-м месяце уже беременности. Вот. Там открылись все его негативные... Например? Страсть, непреодолимая страсть к спиртному. А до этого ни сном, ни духом? Нет, я не курю. А сколько вы встречались с ним до этого? Около 5 месяцев. Я не курю, 6 месяцев, беременность. Я беременная была. То есть я выходила замуж, будучи уже в положении. То есть, называется, по залету? Ну, можно и так сказать. Но видите, не отказался, не бросил. Да, он умолял, вот в прямом смысле. Оставить он стоял ребенка? На коленях, да, он со слезами: оставь ее. Моей и любви все хватит эти 5 месяцев ни сном, ни духом. Нет. Знаешь, если бы была любовь, он бы на нее бы смотрел и не знал бы, куда ее положить, поставить, привести. Пойду-ка я лучше выпью. Да. А тут на нее посмотрел, пойду вбухну. Ну, взял и расслабился, но не рассчитал свои силы, собственно говоря, нет, с этим делом. Я не запрещала, я человек такой очень спокойный, отдыхаешь, ты отдыхаешь. То есть мы там с ним где-то ходили вместе, как бы выпиваешь и пивай, не вопрос. Но вот эту вот меру, человек не знал меру. А что это за история? Вдруг он вас посадил на берегу океана и пошел топиться? Да. Что-то с психикой у него было? Да, потом, видимо, обнаружили уже все. Нет. Или допился? Нет. Просто, понимаете, он приходит под утро, значит, в нашу бунгало. Я, естественно, вся на нервах, в ожидании, когда же вернется мой верный супруг. Вот. И начинает мне рассказывать историю о том, как он завлекал другую женщину, как он с ней там обжимался, целовался. Я думаю, вас провоцировал. Скажите, а у вас не было вот в этот период беременности отвращения к мужчинам? Нет. Запахи, отвращения? Нет. И вот он пришел, он чего-то хотел добиться от вас, он хотел, чтобы вы его услышали, он хотел, чтобы вы его почувствовали. Если приходит мужчина и рассказывает о других каких-то там девчонках, значит, он хотел чего-то от вас. Вы знаете, я не поняла, честно говоря, чего он хотел. И когда он пошел якобы топиться, он тоже хотел до вас достучаться, докричаться? Да, хотел. А после вы сидели, того, смотрели, как топится? Я выставила его вещи за бунгало. А вы его, бунгало, когда он вам сказал... Ну, конечно. Вот смотрите, сначала пил, не поняли. Потом стал рассказывать о каких-то своих похождениях, вы опять его не услышали. Потом сказал: вот смотри, я сейчас пойду топиться. И вы говорили: ну давай, давай, иди, а я посмотрю. Нет, а может быть, он крусалком пошел? Сколько нужно было выпить, чтобы пойти к... Давайте посмотрим, как он реагирует. Сколько сейчас ребенку? 3,5 года. 3,5 года, вам было 26, когда вы родили, 25,5. Он старше, чем она. Сколько ему? Он старше меня на 4 года. Ну, какой он, 28 ему было, боже мой. И что, это ребенок? Конечно. Когда мы познакомились, после первой встречи, то есть я расставила наши с ним точки над «и», как говорится, что мы остаемся только друзьями, вот, не более того. А после этого выясняется, что вы беременны? Он... Нет, это, конечно, было позже, вот. Ну как, друзьями, и с ним продолжали спать, или вы не от него забеременели? Мы с ним не спали, мы с ним, простите, это было всего один раз, вот, и вот так случилось. При Нет, всем при реально, том, что действительно я действительно старалась. Это судьба, ребенок должен был родиться. Предохранялась. Я сама не понимаю, как это получилось. Только через 2 месяца, это был на Новый год, в новогодний праздник, потому что ей не хотелось оставаться одной. А вы стояли со свечкой или с бенгальским огнем в Новый год, когда у них это случилось? Вы знаете, я вуаризмом вообще-то не страдаю. Через сколько расстались? В браке мы прожили с ним 1,5 года. Данечке было, когда я подала на развод. Вот. И за все это время после развода человек ни разу не позвонил. Он приходил, но приходил только для того, чтобы помотать мне нервы с криками, что я царь. Знаете, что хочу сказать, Виктория? Вы были не его женщиной, он был не вашим мужчиной. Хорошо, сейчас перед вами сидит Андрей, вот такой улыбалкин. Вас ничего не настораживает? Настораживает. Что он слишком улыбалкин. Вопросы, может быть, есть какие-то? Андрей, вот мне очень интересно,
Почему вы вот ни с одной из своих женщин, с которыми у вас были, я так понимаю, длительные отношения, почему вы ни с одной из них так и не дошли до ЗАГСа? А потому что все время думают, ага, я сейчас женюсь вот на Вике, а завтра встречу Василису какую-нибудь, да, прекрасную. Да. А потом еще кого-нибудь, Аню, то Машу, есть вы Олю. В таком вот вечном поиске. Да. То есть он хочет, чтобы его взяли и повели в ЗАГС. За поводок? Да. А я думаю, что мужчины вам, конечно, проходу не дают. Как вы сами считаете, в чем ваша проблема? Почему не замужем? Вы знаете, после развода я все свое время посвящаю ребенку, поэтому причина одиночества в том, что я просто не знаю, где познакомиться. Давайте дружить семьями. Семьями. Она, кстати, невеста неплохая. Давайте дружить домами. А ребенка Андрея примете? Вы знаете, да. Но только в том случае, если у нас с ним сложатся отношения. А если у вас все сложится и все будет замечательно, вы будете видеть, что отношение к собственному ребенку, траты времени и денег на него очень отличается от того, как он относится к вашему мальчику. Вы понимаете, потому что возраст практически один. Я не могу заставить любить своего ребенка. Мне кажется, если мужчина любит женщину, но он и примет, и полюбит ее. Очень по-разному. Нет, может, ребенок ваш мешать. Может любить женщину и ненавидеть ее ребенка. Так бывает. Ну, если мы захотим остаться вместе, я думаю, что мы с этой проблемой как-то справимся. Хорошо. Я предполагаю, что вы что-то приготовили для нашего жениха. И сейчас покажете. Да? Пожалуйста, проходите. Андрей, я знаю, что вы любите играть в разные игры. Пожарных, там, спасатели. Вот. Я предлагаю вам... сыграть, немножко вжиться в роль Андрея Болконского, а я постараюсь вжиться в Наталью Ростову. Я хочу пригласить вас на белый танец, на вальс, так как считаю, что танец – это очень хорошая возможность прочувствовать энергетику друг друга. А вот я против того, чтобы трогали на первом свидании. Да. Тактильный контакт на первом свидании. Не умеет он свалить. Зачем человеку ставить в неудобное положение? Он не умеет танцевать. Зачем это надо, да? Потому что она только сама научилась. Она хочет, чтобы он почувствовал, и знаешь, как в этой песне, как близки наши тела. Спасибо, спасибо. Спасибо. Вы можете с своим другом пройти в свою комнату. Спасибо вам. Да. Танцевать он не умеет. Ну нет, мне кажется, он на тебя смотрел совершенно иначе, чем на предыдущую девушку. Ты считаешь? Девушку, конечно. Давай послушаем, как вам невеста? Ну, что сказать. Она чем-то похожа на предыдущую, но выгодно отличается, вот, по крайней мере, с ее слов, своим отношением к ребенку. И чем я могу быть похожа на предыдущую девушку? Ну, сильная тоже, мне кажется. Ну, женщина приятная во всех отношениях, так скажем. А вам понравилась Виктория? Да, симпатичная девушка, приятное общение. Да. Хорошо танцует. Танцует никак. Ну, о каких отношениях вообще может быть идти речь, если забеременела сразу, решила родить, но хорошо бы для этого выйти замуж. Я так понимаю, что мужчина там запил, естественно, от горя, потому что не видел ни любви, ни к себе никакого отношения. Потом провоцировал ее на какие-то ответные действия, на какие-то эмоции, на какое-то отношение к себе. Этого не увидел. Развелись. Я очень хочу, чтобы Виктория, красивая женщина, устроила свою жизнь. Но Виктория будет слышать только себя и будет думать исключительно о себе, Андрее о себе. Я даже не могу представить себе точки пересечения, на чем их может перемкнуть двоих, чтобы вот это сработало под названием «Любовь». Она не разбиралась в Андрее, а в тебе разбиралась. Ларис, подписываюсь под каждым твоим словом. Единственное, что хотелось бы добавить, это как бы рекомендация Виктории. Виктория, вы знаете, самостоятельность в браке, она проявляет совершенно других качествах, других ситуациях. Посмотрите, даже по танцу. Дайте мужчине, доверьтесь мужчине, пусть он сам вас ведет. Получите сами от этого удовольствие, а он почувствует себя мужчиной. Ну, вот, ну нельзя так унижать мужчин. Мужчина должен быть и чувствовать себя мужчиной. Кому можно доверить? Он вообще танцевать не умеет. Как я могла ему довериться?
до того, как ты заговорила о Виктории, я думала, что мое суждение покажется слишком жестким, таким немотивированно жестким, потому что она здесь в студии была достаточно мягкой, раскрепощенной, очень адекватной, такой очень правильной. Она настолько целеустремлена, что если бы она захотела сейчас выйти замуж за вас, мы все бы это увидели, как направленное на вас активное внимание. То, что она была очень спокойна, то, что она не особенно для вас старалась, была просто такой обычной, правильной женщиной, говорит, что вы не в ее план не входите, вы не в ее целях. Вот, собственно. И слава Богу. Да. Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю вам встретиться с третьей девушкой. Проходите. Привет. Привет. Оделась, как ты? Очень рада с тобой познакомиться. Меня зовут Марина. Согрей меня. Остальное походу. Ой. Проходите, спасибо. Смело она на него. Да. Согрей меня. С кем вы пришли? Я пришла, мой коллега и друг Александр. И Юля, тоже моя подруга. Очень приятно. Это вам? Женские вот. Сюрпризы от нашей. Боже, какая прелесть. Боже, боже, боже. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Марина, 34 года. Хозяйка интернет-магазина «Арома Масел», вяжет эксклюзивные валенки, мечтает открыть магазин в средиземноморском стиле и нанять прислугу. Марина 6 месяцев скрывала беременность от отца своего ребенка, боялась сглаза. На женитьбе не настаивала. Надеется, что Андрей полюбит ее дочку всем сердцем. Правда, Марина такая уж пугливая, боится сглаза? Я думаю, что тут не в сглазе дело, а в других, конечно, факторах. Но, конечно, это страхи, это внутренняя тревожность. Все понимаю. А как он ночью на ощупь не понял, что у вас там арбуз в животе? Нет, а мы уже не общались к тому времени. То есть мне вот такое счастье, кажется, пришло, что ребенок появился, 30 лет уже там не было. Смотри, прямо как под копирку, ага. Все три девушки у нас я сегодня. Вот это 30-летнее поколение сейчас, что творится, прямо за голову хватает. Потому что счастье, дети есть, слава богу. Марин, и что, вот у вас было уже 6 месяцев, тут вы ему сказали. Ну да, он скорее среагировал так. Ну что ж ты мне не сказала раньше, мы что-нибудь придумали бы. То есть это было настолько двояко, что бы он придумал бы, да? Потащил бы меня вот куда-нибудь или сказал бы, давай жениться. Тут как бы риск. А вам не жениться никуда-нибудь, естественно, не подходило, да? Ребенок не повод для замужества, да? Абсолютно. Обалдеть. Я считаю, что замуж надо, чтобы была любовь, обязательно любовь. А спатеньки вот это с мужчиной? Ну, он мне был очень приятен. Для здоровья. Очень, да, такой спортивный, классный парень. То есть нашла для того, чтобы родить такого здорового. А чем не подходил? Вот что не хватило для того, чтобы полюбили и можно было в мужья? Постоянства в нем не хватило. Вот постоянства его как партнера по жизни, как супруга. То есть я видела, что этот человек не для семьи. То есть ему семья не нужна. Даже если ты плохо относишься, ну, общаешься с отцом, надо было как-то наладить отношения для того, чтобы ребенок знал своего отца. Хорошо. Так как он отреагировал-то, когда увидел? Ну, как... Удивился, конечно, очень. Он причем пришел с арбузом ко мне, и я с арбузом. Вот. И потом как бы мы еще немножко пообщались, он помогал там по дому, как бы физически, потому что там было тяжело. А потом приезжал еще в роддом, и первый год с ребенком как бы приходил. А звал замуж, говорил? Нет. Мань, ну раз нет, такое произошло... Нет, нет. Ну, если он с таким кисляком сидел-то, не, конечно, чё, куда же звать-то? А сейчас вы общаетесь, нет, с папой ребенка? Нет, он только так пишет смс-ки, там, с Новым годом, ТЧК. А деньги? Нет, какие деньги? Почему? Ну, как, я на себя ребенка записала. А с вопроса начнет девочка задавать? Папа космонавт. На орбите все врать не буду. Захочешь с ним общаться, дам его телефон, как бы. Как бы тут, мне кажется, надо быть откровенным, честным. А он сам проявляет инициативу в общении? А вы вообще принимаете решение всегда? Вы смотрите, за ребенка решили, за себя, за мужчину, от которого родили ребенка. Он же тоже у него теперь есть, не спросясь, так сказать. Ну, как бы, если я спросила бы, он наверняка бы мне сказала бы, я бы не хотел, чтобы ты рожала. Ну, откуда вы знаете? Ну, потому что этот вопрос... Хорошо. А он женился, нет, в результате? Нет, нет, нет.
тем более она как-то не получается, женат. Она не замотивирована на семью. И она не замотивировала отца ребенка на общение с ребенком, вот на отношения. У нее нет мотивации на семью. Потенциальная мать воспитывает потенциальную дочь-одиночку. Нет, понимаете? Почему? Я выросла в полной семье. Как вам кажется, в чем ваша проблема? А почему одна? Красивая, нет, успешная. Ну я не считаю, что это проблема. Я как бы свободна, а не одна, вот, понимаете? Видите? Марин, признайте себе, скажите честно, вы любите быть свободной, вам нравится это состояние. И не факт, что вы хотите замуж. Может быть, имеет смысл честно себе в этом признаться? Я хотела быть свободной до 34 лет. Сейчас уже как бы я не хочу, потому что я смотрю, значит, как бы все ходят семьями, там, да, за ручки, с детьми. Я прям хожу так. Кто главный в семье, мужчина, женщина, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, все зависит, у кого это лучше получается. Получается лучше мужчина. Нет, нужно просто признать, я главная или мужчина главный. Кто? Иначе получится бардак. Вы хотите быть главной? Знаете, как бы, по-моему, я так уже наглавенствовалась. Я бы не против, чтобы Андрей был главным. Главное, чтобы это нравилось ему с мамой, а не заставляли. Ты мужик, отдадите, делай. Отдадите, будет нравиться. А ребенка сможете полюбить, Андреева? Ну, ребенок это ребенок, как его можно не любить? Спасибо, вы мне нравитесь. Проходите, показывайте, что приготовили. Ну что, Андрей, этот сундучок сделала я сама, ты не поверишь. Тебе я верю. Да. Значит, здесь у нас тыквенное масло для твоего здоровья. Это надо пить, надо есть обязательно. Это массажное масло и аромалампа, вот такая вот в виде чайничка. Вот. С эфирным маслом сюда наливаем, поджигаем. Для того, чтобы ты мог расслабиться после работы. И чтобы дома тебе было как бы очень хорошо, комфортно, чтобы твое душевное равновесие твое восстановилось в домашней уютной обстановке. Ну, посмотри, какая забота, да? То есть как-то она вот подумала о том, как ему расслабиться после работы. Какая молодец. Какая массаж, молодец. Массу. Спасибо большое, Мариночка. Забирай. Александр и Юлия, забирайте свою подругу и приходите в комнату. Ну, то, что я ожидала. Классный парень, да? Вот Марина у меня вызвала огромную симпатию. Знаете почему? Потому что была искренняя. Абсолютно последовательно отвечала. Знает, чего хочет. Веселый, неиспорченный характер. Не ждет, что мужчина придет, спасет ее, облагодетельствует и решит все ее проблемы. Готова жить! Как вам-то, Марина? Я полностью согласен с вашей оценкой. Вот. Думаю, что вы близки к истине. А вы что скажете? Действительно, такое же впечатление вот сравнительное, приятное, о том сказали. Да? Да, да, да. Катя? Да, неплохая девушка, женщина, безусловно. Как он тебе? Я так смотрел за его реакцией. Он так, ямочки опять появлялись. Сами друг друга. Да, Марина, довольно интересно, особенно вот, я так себе представил, приходя после работы дома, да, вот это вот. Когда целый день там равняясь, смирно, там вольно отставить. Домой приходишь, а там арома масла, там арома свечи. Ну, да, мне кажется, а прекрасно. А вы еще представьте в вечернем туалете, дорогом. Представляете, вот просто, ну, к сожалению, за этой одеждой не было видно фигуры. Такие сплошь милые люди. Они такие все хорошие. Ты всех сразила на повал. Конечно, в случае с Мариной есть повод психотерапевту, скажем так, разгуляться. То есть там очень много внутри намешано, конфликтов, очень много смеси, такой кусочков мании и величия, не хочется сейчас об этом говорить, и наоборот, каких-то, собственно, комплексов неполноценности может быть. То есть там, конечно, очень сложная внутренняя структура. Человек закрытый из-за этого. Человек, который, может быть, не готов сразу идти мужчине навстречу именно поэтому. Но она последовательна, она очень по-хорошему была прямой. Вот такая не деревенская, простецкая прямота, какая-то умная, продуманная. Поэтому мне она очень понравилась. И я считаю, что ее вполне можно рассматривать как потенциальную супругу. Ну, ты послушай, ты, она ты? Профессионал, да. Да, у меня закрытый комплекс. Послушай. Екатерина, ну так понравилась хоть одна девушка? Я останавливаю свой выбор на Алине. Почему? Потому что я считаю, что Алина... Она еще не реализовалась как женщина. Она еще сама как ребенок. Она ведомая. И если вот у них с Андреем что-то получится, это будет замечательная семья. Девчонки, ну мне он очень понравился. Мне кажется, у меня есть все шансы. 70% он выберет меня. Я хотел вот что сказать, что
Конечно, все достойны три женщины, девушки. Но Андрей должен прежде всего понимать, что он офицер, что у него служба, не работа. И офицерская жена – это особая категория женщин. Андрей, ваши впечатления о девчонках? Все три девушки отличные, мне очень понравились. Все меня чем-то сегодня удивили. Значит, давно я не общался с такими приятными во всех отношениях девушками. Значит, и я свой выбор сделал. А шансы? Шансы? Ну, мне кажется, не хотелось бы быть очень... По пятибалльной системе. 4 с плюсом. 4 с плюсом. Все-таки я оставляю маленький вот вариант, что вдруг он не выберет либо никого. Нерешительность. Да, либо побоится сюда зайти. Вот смотрите, сегодня как под копирку, абсолютно. Но Алина и Виктория для меня показались рыхлыми. Ну, вот если вы меня чувствуете. А Марина цельная, знает, чего хочет и добьется этого. Говорит связно, все аргументирует. Все про нее понятно, и с вами, мне кажется, пойдет вот рука об руку. И то, что вы военный, здорово, потому что она понимает, что можно и чего не можно. Так что я за Марину. Ну, правильно вы говорите, жена офицера и так далее. Но представления о жене офицера, которые были по фильмам еще в нашем Советском Союзе, ну, все-таки давно устарели. Наши мужчины хотят гордиться своими женами. Жена как трофей должна быть. Вот если рассматривать невесту с точки зрения трофея, мне кажется, Виктория неплохой трофей. Я свои шансы оцениваю достаточно уверенно, высоко, но я сомневаюсь, что он зайдет в мою комнату. И, кстати, зря. Мне кажется, что, конечно, вам нужно жениться. Другое дело, хотите ли сами? Я в этом сильно сомневаюсь. Советовала бы вам Марину. Это ваш тип. Та женщина, которая способна вас потерпеть рядом какое-то время, которая способна дать вам шанс. Может быть, вы тоже дадите ей шанс, и вам будет проще к ней возвращаться, потому что она не будет грузить и обязывать. Марина. Мне кажется, даже я вот к нему так вот тянусь, что... Обниму его прям. Слушайте себя. Мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 44. Юлия, 20 лет, номер 1428. Студентка, работает в сфере гостиничного бизнеса. Ищет джентльмена с богатым опытом. Максим, 29 лет, номер 1429. Предприниматель, ищет жену, которая готова посвятить себе развитию его карьеры в области политики. Мы не знаем, выйдет Андрей один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. Супер, жду вас. Привет. В общем, на самом деле мне приятно было, вот, как я уже сказал, да, приходить домой и, так сказать, после тяжелых трудовых будней, так сказать, ежедневных, да, там ощущать дома какой-то там уют и комфорт. Так и будет. У нас есть пара Андрей и Марина. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся.